Сургутской филармонии выпускникам школ вручили медали за особые успехи в учении, красные аттестаты, а также наградили 11 ребят, которые написали ЕГЭ на 100 баллов. На мероприятии поздравили всего 116 сургутян, из которых 112 – золотые медалисты. Выпускники Сургута продолжат свое обучение уже во взрослой жизни в разных городах и регионах России, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Тюмень. Часть останется в родном Сургуте. У нас это добрая традиция – завершать именно так, почетно, все вместе, разделить радость ваших достижений, уважаемые выпускники. И каждый раз мы стараемся в книгу почета системы образования вписать ваши имена с особыми достижениями и успехами. Я, конечно, благодарю вас от имени главы города Андрея Сергеевича Филатова, от сургутян, потому что мы вами очень гордимся. В этом году рекорд по красным аттестатам установили школа номер 10 и гимназия имени Фармана Салманова. В учреждениях выпустились по 12 медалистов. По 3 стобальных результата показали бывшие 11-классники лицея номер 1 и гимназии лаборатория Салахова. Наряду с высокими показателями уровня знаний 22 юных сургутянина выделились на спортивном поприще и получили заслуженные знаки отличия ГТО. Достижения на всероссийских олимпиадах, конкурсах. Впервые, и мы это впишем в историю сургутского образования, 5 выпускников принимали участие во всероссийской олимпиаде школьников на заключительном этапе и стали призерами. А выпускник гимназии Салманова Андрей Анченко Александр вообще новую открыл историю в победах на олимпиадах и стал призером сразу по двум предметам – экономика.